Маленький Егорка в свои 3 года очень любит играть в машинки, которые ему подарила мама и бабушка. С рождения этому малышу врачи поставили диагноз ДЦП. Сейчас Егор не ходит и не говорит, но все поправимо. Малышу нужна серьезная операция в научно-исследовательском институте педиатрии имени академика Вельтищева. Ее стоимость 650 тысяч рублей. У Егора начали дергаться ручки. Мы пришли к врачу, и она нас срочно отправляет в 11-ю больницу. Мы попадаем туда, в 11-ю больницу, и здесь у нас, в принципе, вся история началась. Это как раз по поводу эпилепсии, и потом в дальнейшем нам вывели диагноз ДЦП. Нам его поставили примерно где-то в 1,4. Дальше мы уже начали вот это вот как бы... Какие-то занятия были, но это были малейшие занятия, потому что из-за эпилепсии мы не можем делать много упражнений, потому что это как бы первое противопоказание. Помимо операции, ребенку еще нужна будет реабилитация и ортезы. 650 тысяч – сумма серьезная. Самим не потянуть. Мама воспитывает ребенка одна, и иногда помогает бабушка. Поскольку мама всегда рядом с Егором, возможности работать у нее нет. Сейчас для мальчика открыт специальный сбор. На номер 3434 нужно отправить слово «Егор» и сумму перевода. Мы поехали в Москву, это было пару месяцев назад. Нам одобрили операцию, вот эту СДР, и мы сейчас вот планируем ее сделать. Операция будет 5.09 этого года. Эта операция влияет на спастику, то есть расслабляются ножки после этой операции, то есть тонуса уже не будет, и ребенок после этого должен встать и ходить. На данный момент нужно на операцию, на реабилитацию, на ортезы 650 тысяч. По словам мамы, Егор очень любит гулять на улице, а еще кататься на качелях и скатываться с горки. Только самостоятельно он это сделать не может, его всегда поддерживает мама. Теперь помочь мальчику жить полноценно может каждый из вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».